Что скажешь про Аргу, которая пол СНГ игроков подписала? Ничего не скажу, что я должен про нее сказать. Но я скажу так, что я знал о всех этих подписаниях. Я знал, что их всех подпишут в эту организацию. Ну, по крайней мере, половину из них точно знал, что подпишут по-любому. Но потому что в этой организации есть люди, с которыми я очень хорошо общаюсь. А, Mind Games. Да, да, я в курсе. Но я знал про их подписание, поэтому для меня это не новость. Для меня это не инсайд информация, я об этом всем знал. Севенторф, Форс, Дефолт, Кириачи, Фримак. Но это новая организация, типа, она только развивается. Это чел, что миллиардер, такое время подписывает 5 топовых игроков на невъебенные зарплаты, но... Не знаю.